Башкортостан вошел в топ-20 российских регионов по объему производства сыра. С января по март в республике его произвели более почти 2000 тонн, выше прошлогодних показателей почти на 4%. Это 14-е место в стране. Данные приводит аналитическое агентство Milk News. Согласно рейтингу, регионы с наибольшими объемами производства сыров и сырных продуктов в этом году. Воронежская область почти 11 тысяч тонн, Алтайский край 10 тысяч и Московская область около 7 тысяч тонн. При этом лидеры демонстрируют снижение объемов относительно прошлого года. Соседний Татарстан на 6-й строчке рейтинга с объемом производства почти 4,5 тысячи тонн. Замыкает 20-ку Свердловская область, чуть больше 1000. В большинстве регионов отмечен рост производства сыров и сырных продуктов. Эксперты объясняют это повышением спроса на сравнительно недорогие сыры в условиях сокращения реальных доходов населения.